Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зашедшие на мой канал. Сегодня мы не будем говорить ни про политику, ни про квадрокоптеры, ни про какие-то сложные вещи. Сегодня обзор небольшой. Я приобрела себе тостерницу за свои деньги. Я ею очень довольна, тостерницей. И хочу вам поделиться своей радостью. Выбирала тостерницу, не хотела брать как бы дешевые варианты, не хотела брать и за 3000 с лишним тоже как-то не хотелось брать. С компьютером там 150 кнопок, непонятно зачем для тостерницы целая клавиатура компьютерная. Ну и как бы дешевые варианты за 1000, как бы за 1000 и меньше тоже не хотелось брать. Поэтому я хочу немного поговорить о той тостернице, которую я выбрала. Тостерница Scarlett, марка TSTM1102 из серии Family Life. Я думаю, что фирма Scarlett достаточно хорошая фирма. Тостерница. Для тех, кто не знает, я сейчас вам расскажу. Предназначена для быстрого приготовления кусков хлеба. Вот наглядно, вот она, смотрите, черненькая. Я думала, честно говоря, что она пластмассовая, но нет. Вот это железные крышечки. То есть это не пластик, это железо. Это потом уже обнаружилось уже дома. Приятный как бы бонус. Стоит она, сразу скажу, в пределах 2000. Ну, за 1800 я ее взяла. Ну, я считаю, она стоит таких денег. Давайте немножко поговорим. Значит, подключаем прибор к сети. Загружаем два тоста. Данная тостерница предназначена на два тоста. Здесь есть таймер от 1 до 6. Ну вот, я люблю так вот в меру прожаренные тосты, чтобы они были немножечко поджаренные, но не сухие, и в то же время как бы не просто хлеб. Я ставлю примерно на 3,5. То есть она очень-очень так деликатно поджаривает, ничего не сгорает. Вот 3,5-4, вот мне самое то нравится. Грузочный рычаг, вот он, и тостерница автоматически включается. Сейчас она почему-то не включается, так, когда ее включите в сеть, она включится. Когда тосты будут готовы, рычаг поднимется в исходное положение, тостер ваш поджарен. Более раннего извлечения тостов, или тосты у вас нестандартные, маленькие получаются, да, сами поднимите рычажок просто. Очень хорошо существует функция отмены, то есть вот кнопочка стоп. Если хотите прервать, нажимаете на кнопочку стоп. Что еще интересно? В данной тостернице есть поддон для сбора крошек. Вот он, тоже металлический. По стрелочке нажимаем на каточком. И вот открывается поддон для крошек. Где у нас камера? Что-то я теряю все время камеру. Смотрю на микрофон, камера вот там. И точно так же защелкивается. Как она защелкивается? Поддон для сбора крошек. Корпус металлический, я уже сказала. Мощность 650 Вт. Рассчитана на 2 стандартных тоста. Спасибо за внимание. Вот такой мини-обзор.